Да. Есть? Да, мигает, да? Наверное. Да, да. В студии Айвен Маша. Сезон поступили материалы в отношении еще четверых гостей из Лайпы, устроившись стрельбу в центре Москвы. Кабинет в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции городской области Сухарева. Нормально гости из Лайпы, Мурат Ангеларова, арестовали на 15 тысяч рублей, а также штрафовали на 2000 рублей за нарушение правил использования травматического оружия. Олег Ильясов за неповиновение сотрудникам полиции получил 5 суток ареста. Регистрация действующего главы Брянской области Николая Дейчева на выборах губернатора аннулирована. Об этом сообщает источник газеты «Розового суда». С требованием признать недостоверными подписи муниципальных кандидатов, собранные поддержкой Дейчева, в нашем случае обратился кандидат от КПРФ по Владимиру Пашинскому. Он заявил, что Дейчев в сборе подписи допустил ряд ошибок. Некоторые подписи сделаны.